образования отдельного элемента эфира. Поперечные деформации множества элементов эфира приводят к возникновению электромагнитных волн. Если распространение их идет в разные стороны, то это радиоволны. Если волны сфокусировались в луч, это фотон. Это электрон. Если фотон, то это электрон. Если траектория не кольцевая, а спиральная, то возникает элемент атомного ядра. Если никакой не цвет, волны идут параллельно. Приводит к искривлению фронта волны. Она поворачивает туда, где скорость меньше. Если это лучи, то есть фотоны, их траектории тоже искривляются.